Не все из того, что приснилось, приходит к нам в жизни реально, а хочется, чтоб получилось хотя бы чуть-чуть, как в кино. Но как бы сердечко ни билось, узнать невозможно детально, когда колокольчик хрустальный к тебе постучится в окно. Ведь любовь — это критическая масса, это две недостающих половинки. Если вместе не сложить, то безопасно, словно атомная бомба без начинки. Но атом и мирным бывает, он пашет, рожает и строит. Он сердце восторгом взрывает и греет, и светит другим. Родным и надежным бывает, его на три жизни хватает. Он только любовь излучает, спокойно и радостно с ним. Ведь любовь — это не масса и не бомба, половинки, как снежинки, а не пепел. Это так легко, что даже неудобно перед теми, кто пока свою не встретил. Такие заминки бывают, живут и не подозревают, и годы, как нитки, вплетают в струящийся времени шелк. Им кажется, все они знают, они безмятежно невинны, все те, кто своей половины пока что еще не нашел. Им, конечно же, придется расстараться и найти недостающую такую, и придумать, как случайно не взорваться. Время есть, пусть размышляют и тоскуют.